Фатма, сейчас мы с тобой тяпнем водочки по-нашему, по-арабски. Алло. Да. Добрый день. Меня зовут Валерия, я звоню по поводу вашей регистрации, которую вы выставляли для получения дополнительных доходов. Вы уже успели ознакомиться с информацией? Чего? Вы оставляли заявку на регистрацию по поводу дополнительного дохода. Заявку на регистрацию чего? На дополнительный доход. Когда оставляла? Я не знаю, у меня все, что есть, это в базе только ваше имя, фамилия и номер. Наверное, где-то в рекламу попали и решили вставить заявку. А это вы какая организация? Мы при поддержке «Газпром» работаем. Ну, а организация-то какая? Финансовый рынок. Покупаем и продаем акции. Нет, называетесь как вы? Независимый аналитический центр. НАЦ? Давайте я вас сейчас проконсультирую, и вы все поймете. Независимый аналитический центр НАЦ, получается, вкратце же, да? Да. А, нет, девушка, я не слышала такого. Мы работаем при поддержке «Газпром». У нас нет определенной отдельной компании. Так вы только что назвали компанию «НАЦ». Это скороченное название. Какое? Это скороченное название. Давайте я вас сейчас проконсультирую, вы все поймете и сделаете выводы. А, ну, если скороченное, то... Ну, давайте, хорошо, интересно. Мы занимаемся вложениями в акции. Это финансовый рынок. Мы будем с вами зарабатывать на природных ресурсах. Это как газ и нефть. Вы слышали про саму компанию «Газпром»? «Роснефть», «Лукойл»? Ну, а при чем «Газпром», если вы наша компания? Мы работаем при поддержке «Газпром». А как они вас поддерживают? Они идут независимыми нашими партнерами. А как это независимыми, я не поняла? Партнеры взаимозависимы. Они по большей части имеют вложение. Еще раз можно? Не поняла. Сейчас, подождите, я дойду куда-нибудь в тише место, мечтает звук. Что они имеют? Они имеют большую часть вложений в нас. Они идут полными почти партнерами. Если так вам кратко объяснять, более понятным. Так, они идут полными почти партнерами. А почему почти? Как вам объяснить? Вы знаете, как работает вообще поддержка каких-либо компаний? Это нет, какая-то нет. Большая компания поддерживает более маленькую. А, нет, есть, не которая знаю. Которая только развивается или что-то подобное. Вот, нет. Они делают первое вложение в компанию. Наша компания за счет их первоначальных вложений развивается. Мы занимаемся изначальными акциями. То есть у нас есть аналитический центр, который изучает финансовый рынок. То есть это продажа, скупка ценных бумаг, акций и тому подобное. Валюта, биржа. А где вы скупаете? Подождите, а если вы аналитический центр, как вы их можете скупать? В смысле как? Ну, акции же покупаются на бирже. Ну. Ну, а вы аналитический центр? Рынок. Ну, вы сказали, что вы скупаете. Алло. Алло, Фатима, здравствуйте. Здравствуйте. Я представлюсь вам, меня зовут Александр.
Смотрите, связываюсь с вами касаемо вашего интереса по дополнительному доходу. Вот насколько вижу, ваша регистрация к нам поступала на Газпром. Подскажите, все верно? Да. Так, отлично. А сориентируйте, с вами менеджеры уже связывались или пока не успели? Нет, пока не успели. Так, давайте тогда я с вами пообщаюсь. Смотрите, в первую очередь, что хотел бы узнать. Вы в целом вот с информацией с рекламы для себя немножко ознакомились? Все ли там было для вас понятно? Ой, как громко. Вы спросили? Что-что? Вы спросили, я не слышу ничего, у меня ремонт идет. А, я понял. Смотрите, давай чуть громче скажу. Я хотел вас узнать, с информацией, с рекламой ознакомились? Все ли там для вас было понятно? Или, возможно, какие-то вопросы возникли? А какая там была информация и реклама? Что-то я не помню. Там был опрос. Ну, там вкратце описывалась суть работы, в принципе. Не-не-не, там был опрос, типа этот, тест какой-то. Вот на тест я ответила. И все. И больше ничего. Так, то есть больше, кроме теста, ничего не было. Хорошо, ну, так это же давайте я вас немножко подробнее оттуда звоните? Вы мне оттуда звоните, где тест проходил или нет? Ну, по Газпрому уж, правильно? Ну, несколько по Газпрому, вопросов было по Газпрому, да. Там тест был, да. Все верно. Да. Отлично. И в конце вы указывали свои контактные данные, да? То есть имя, телефон и ваша почта. И все, и заявка там принята. Все, успех, да, значит, ждите звонка оператора, то вот что-то такое было, да. Так, отлично. Иногда тут есть разные направления, некоторые ознакомливаются еще вкратце с информацией, а у некоторых вот получается только... А как, если реклама одна, какая там информация-то? Нет никакой информации. Ну, вышлите мне информацию, если есть информация, понял, я посмотрю так. Тогда. Я посмотрю. Давайте я вам тогда предоставлю. Ну, давайте. Ничего конкретного, только общее. Так, смотрите. В первую очередь, то есть что нужно изначально понимать, что зарабатывать вы будете конкретно на разнице в цене наших дорогостоящих активов. Тут я хотел бы уточнить. Было бы очень хорошо, ну, редко такое просто бывает. Вы нашим банком пользуетесь, Газпромбанк? Нет. А надо? Ага, будете пользоваться другими. Я могу в Газпроме взять карточку, это не проблема. Или что надо смотрите, сделать? Тут вам будет как более удобно. Просто обычно так как бы немножко быстрее коммуникация работает. Но на самом деле, если вы пользуетесь там Тинькофф, Сбербанк и так далее, там ВТБ и тому подобное, то проблем не будет. Да? То есть, так как мы работаем официально, мы работаем напрямую через банковскую систему. Соответственно, весь заработок вы получаете напрямую туда. Вы меня сориентируете, вы сами какими банками пользуетесь? Какими? Этими нашими, Сбербанк, обычные. Ага, Сбербанком, да? Хорошо. В принципе, этого будет вам достаточно, я же говорю, то есть со Сбербанком также работаем, поэтому проблем с этим не будет. А зачем мне Сбербанк-то нужен? Я что-то понять не могу, если я хочу акцию купить. А для того, чтобы уже выводить полученную прибыль? Нет, я ее не буду выводить. Я хочу купить на долгосрок. Ага, то есть больше хотите работать на долгосрочном режиме, да? Да, да, пока да, пока да. Я про торговлю слушала тоже, где-то год назад слушала. У меня там это у знакомой, вот, робот торговал. Ну, торговала она, а потом что-то там не получилось, то ли она вывести до сих пор не может, то ли что-то еще произошло, вот такое. Поэтому я думаю, что, наверное, я на просто акцию куплю и все. А тут страшно рисковать, ну, и боюсь рисковать-то этими деньгами, понимаете? Угу. Я понял вас. То есть вы просто, скажем так, на удержание, да, вот больше на развитие, скажем так, постепенное. Ну, тоже, с одной стороны, правильно, да. Конечно, все равно можно сказать, что доходность будет поменьше, но зато более как бы стабильная, безопасная в этом плане. Я понял вас так. Хорошо. Так, а вообще сами занимались когда-то инвестициями, пробовали вот работать с акциями или в первый раз решили? Не-не, в первый раз. Угу. Так, хорошо. Тогда у вас тут уточню, вообще вот интересуетесь больше акциями, вот, например, самого Газпрома, либо же вот наших самых там крупных, условно, российских компаний, то есть что вас... Да. Вот я думаю, что Газпром, наверное, возьму. Так, отлично, здорово. То есть и на получение дивидендов, правильно? Ну, да. Так, хорошо, супер.
Ну вот как раз-таки, например, для получения дивидендов как раз-таки какой-то банк вам и понадобится, да, потому что а вот смотрите, вот сейчас просто начинает. Такая ситуация, я может вот посоветоваться хотела. У меня просто деньги, они в долларах, да, вот лежат. А может быть, вообще лучше никогда, сейчас акции пока не покупать, пускай они в долларах лежат, пока доллар растет. Это может выгоднее даже сейчас будет. А, ну смотрите, я вас так сориентирую, что в любом случае для покупки акций вам нужно также использовать доллар, да, то есть вы помещаете нет, так для российских это зачем доллар? Для российских это не нужно, если газпромовские покупаю. А все равно, из-за того, что дорогостоящие активы, ну, как бы у вас может быть отображение в рублях, но по факту все равно вся закупка идет в валюте международной, да? И даже из-за того, что... Нет, вы что? Нет, на московской бирже в рублях закупается акция, смотрела. Какие доллары? Нет, конечно. Это отображение цены. Я уже вам говорю, то есть для удобства она отображается, ну, во всех брокерах она отображается на русском языке, но на самом деле все равно идет покупка, если это компания международного формата, а «Газпром» является таковой, да, пока что, к сожалению, под санкциями, но, в принципе, она все равно является международной, потому что работает не с одной страной, вот. То акции этой компании находятся именно в валютах. Подождите, вы хотите сказать, что в России мы акции покупаем за доллары наши же российские? Наш газ российский мы покупаем конечно. За доллары? Конечно. Нет, смотрите, газ мы, конечно, оплачиваем в рублях, да, но именно вся торговля, вот, например, там та же торговля, которая у нас идет с Китаем, да, торговля, которая у нас идет с различными странами, она вся происходит именно в долларах. Поставки газовые и так далее. Совсем рехнулись, что ли? Что за гон-то? Там в рублях все продается. В рублях оно пишется, Фатима. Оно просто пишется в рублях. Куда пишется? Вы не совсем, я так понимаете, в чем, как это работает? Что за чтус опять звонит мне, а? Подождите, вы действительно думаете, что в рублях все продается? Да и что мне думать-то, я знаю, я уверен в этом. Так, а зачем Китаю рубли? Да вы, блин, хотя бы перед тем, как вот что-то там говорить, вот такую ерунду, хотя бы почитали бы, но на самом деле уже просто бесит. Ну что, сколько можно из года в год одно и то же слушать? Какие доллары? Какая Мосбиржа продает наши акции газпромовские за доллары? Что это вообще такое? У вас же есть Google, так посмотрите. Я не знаю, там Яндекса у вас нет на Украине, но Google-то есть, ну посмотрите, ну вы, ну что ж с вами так, не так-то, а? Где-где? Что-то такие туполобы это. Ну где-где? Там же, где и сидели, Там же сидите. В Москве. Людей обманываете? Ну конечно, в Москве, ну естественно, как-нибудь. Вы немножко меня удивляете на самом деле. Да, у нас всего два офиса. Господи. Один в Питере, второй в Москве. Да, да, да. Башня Федерации, да? На Преснянской 12. Нет. Или на Пресненской? Нет. А где? Смотря где вы спрашиваете. На Новослободской? Или в Питере. В Питере на набережной? Нет, в этом, в Москве где? В Питере на набережной. На какой там нет набережной? Там нет той набережной, где стоит здание «Газпрома». Там не набережная. Мне просто интересно было, когда вы сориентируетесь. Да, конечно. Смотрите, я вот сейчас смотрю. Не-не, подожди. Москве-то где? Рубли. Мосбиржа, акции, рубли. Ну, давай. Давайте даже пишу. Мосбиржа, цена... «Газпром». Если вы говорите в Гугле, вообще в Яндексе да. Смотрю. Так. Так. Смотрите, показывает мне отображение цены в рублях, при этом указывается долларовый эквивалент. Это как понимать? Эквивалент. Ну, да, это вы реальная цена. Как понимать? Я-то новичок в этом деле, а вы-то как бы, получается, менеджер, который с этим работает. Это вы мне объясните, как это понимать? Что вы такой чурк мне гоните? Я же вам говорю, я вам прямо говорю, это реальная цена и отображение в наших рублях, которое показывает, сколько она стоит для нас. Ну, понятно. Ну, и дальше что будем делать? Вот у меня есть доллары, к примеру, да? Ну, к примеру возьмем. Вот у меня есть доллары. Так. Причем они у меня не дома лежат, они у меня на валютном счете, ну, в банке. Мне нужны эти доллары, сейчас будут куда-то перевести, так? Нет, ну вы помещаете их на свой счет.
На какой? Перед этим ему нужно... Ну, на какой? Ну, на инвестиционный счет. Вам перед этим его нужно открыть. Пока хорошо, открыть я его могу сама в любом месте, да, где захочу. Ну, конечно, вы должны обратиться. Ага. Ну, хорошо, ладно, вот я открыла счет. Ну, я в Тинькове, у меня есть счет инвестиционный. Дальше что мне делать? Помещаете туда сумму, с которой хотите работать. Ага. Дальше? И покупаете на него акции. Так а вы тогда зачем мне? Вы-то кто? Ну, вы обратились к нам, вы говорите про Тиньков. Если вы хотите инвестировать в Тиньков, вы инвестируете... Нет, у меня инвестиционный счет на Тиньков. Нет, подождите, инвестиционный счет на Тиньков у меня, к примеру. Я хочу на Тинькове купить акции «Газпрома». Ну, покупайте. Зачем вы к нам тогда обращаетесь? Ладно, все, давай, следующий. Давайте я вам помогу. Смотрите, следующий. Заходите. Алло, Фатима, слышно меня хорошо? Да. Замечательно. Так, ну, чтобы мне было понятнее, в какой форме для вас предоставлять информацию, подскажите, ранее у вас был опыт в торговле или вы новичок? В какой торговле? На финансовых рынках. А что такое финансовые рынки? Очень интересно. Я вам ранее говорил, что я вам звоню с брокерской компании PowerTrend. Касаемо вашей регистрации на сайте InvestForum. Нет, я... Интересовались информацией... Где? На Газпром. На Газпром. Также вы прошли регистрацию на InvestForum. InvestForum? Да, а вы можете ссылку скинуть? Я посмотрю, я так не помню. Да, конечно, я могу вам скинуть ссылку. А скажите, вы с «Газпромом» уже начали работать? Нет. Ни с кем не начала работать. Только пытайтесь разобраться в этом направлении, верно? Ну, да. Я просто оставила эту заявку, но я не понимаю, о чем речь, если честно. А я вам тогда сейчас в самой простой форме ознакомлю с данным метазосфера и как вы сможете здесь заработать. Хорошо? Чего заработать? Алло. Да, Артур, чего заработать? Не поняла. Вы о чем говорите? Деньги заработать. А, это деньги можно заработать? Эта сфера приносит нашим клиентам. Совершенно верно. Эта сфера приносит нашим клиентам от $1000 в месяц дополнительного дохода. Нет, я думала, дивиденды будут там какие-то доходы приносить небольшие, а $1000 в месяц, так это я даже такого не знала. Там не написано нигде это, такая информация. Я понял. Ну, ничего страшного. Сейчас я вам сейчас все объясню. Смотрите, валютный рынок, прежде всего, это международный рынок, где зарабатывают на разнице цен мировых валют. Вот наведу вам самый банальный пример из жизни, вот конкретно вы. Обменивали когда-либо в своей жизни иностранную валюту? Возможно, в банке или обменном пункте вашего города? Так, столько много интересного вы сказали, что... обменивали я валюту? Ну, конечно, валюты обменивали все. Но вы имеете доллары на рубли, рубли на доллары, да? Но это все делали, когда мне важно, поедем отдыхать. И вообще... Совершенно верно. Очень хорошо. Я уверен, что вы обращали внимание на то, как меняется цена на эту иностранную валюту, верно? На иностранную вы имеете в виду на какую иностранную? Ну, на любую иностранную валюту. Ну, давайте будем рассматривать доллары, если вам так проще. Да, я просто другую рассматриваю. Очень хорошо. Я понял, ничего страшного. И вам, чтобы на этом заработать, нужно прежде всего приобрести валюту, затем подождать, пока она вырастет в своей цене. После чего повести продать, разница в этой цене и будет вашим заработком. Но главным же преимуществом валютного рынка является то, что не придется вам ходить ни в какой банк и ни в какой обменник.
все будет происходить у вас в телефоне на лицензированной торговой платформе, где вы будете видеть графики, цены на все валюты в реальном времени, а также иметь возможность открывать сделку как на покупку, так и на продажу, чтобы на этом заработать. Такой принцип заработка для вас понятен? Так, подождите, а зачем мне это все это делать-то? Чтобы заработать деньги. Так я могу просто... Я просто могу купить доллары, а потом сходить, продать, когда они подорожают, да и все. Но вы можете на это потратить очень и очень долго времени. Вот смотрите, физическая покупка доллара, чем отличается от открытия сделки на бирже? Вот смотрите, в банке курс меняется один раз в сутки, на валютном рынке курс меняется каждую секунду. А есть экономические новости, которые имеют непосредственное влияние на валюты. У нас есть аналитический отдел, который анализирует эти новости, предоставляет инсайдерскую информацию для наших клиентов по открытию сделок. То бишь, как это происходит? С вами будет связываться ваш личный эксперт, который будет вас обучать и помогать зарабатывать. Будет вам говорить, к примеру, Фатима, сегодня у нас выходит отчет по золоту. Вот. Золото будет дорожать, к примеру. Вам нужно, к примеру, в 17:00 по Москве быть на связи. Зайдем на торговую платформу, откроем сделочку. А вы заходите с экспертом на торговую платформу, открываете сделочку по нужному инструменту в нужном направлении. Вот. И дальше ваши деньги работают на вас. А вы занимаетесь своими делами. А если я в 17:00 буду занята? Ну, будете выбирать удобное время для вас обоих. А что вы говорите, сделочка там в определенное время должна состояться? Ну, смотрите, есть экономический календарь, вот, в нем есть анонс экономических новостей, которые, в свою очередь, имеют очень сильное влияние на рынок. А для нас любая нестабильность – это возможность заработать. Неважно, хоть цена будет падать, хоть цена будет расти. Если цена будет падать, мы с вами открываем сделку на продажу. Если цена будет расти, мы открываем сделку на покупку. И зарабатываем на разнице в цене. Mm-hmm. Скажите, сколько вы обычно проводите времени в интернете? Ну, минут 39, может, 38. 38 минут в день? Да. Ну, я так решила просто, какой возраст в интернете. Вот будет 40 лет, буду 40 минут проводить. Будут 40, ну, там я такой посмотрела в ТикТоке, девушка пишет, надо, говорит, так делать. Вот я так делаю. А она как-то это аргументировала, зачем так делать? Ну вот так мозг у нас рассчитан, вот у нас у людей, что вот сколько тебе лет. Например, тебе один год, одна минута в интернете. Тебе 10 лет, 10 минут в интернете можно проводить. Мне 38, вот я 38 провожу минут. Ну сейчас 39 скоро исполняется, буду 39 проводить. Ну у меня таймер там стоит. А вы сколько проводите? Ничего себе. Но я в день вот так вот, что, ну вот именно свободное от работы время, что я не торгую, ну тоже минут 30 от силы. А, вам 30 лет, да, значит? Да, мне 30 лет, но я не придерживаюсь вот этой стратегии по праву. Ну, а сходится же, понимаете, значит, вы правильно живете? Сходится, да, просто я отфильтровываю ту информацию. Знаете, некоторым людям просто нечем заняться. Вот они могут по 10 часов подряд листать этот ТикТок, там читать какие-то мемы, читать... 10 часов подряд, это им очень много лет. Только не дожить. Да, совершенно верно. Вот. Я просто более размеренно трачу свое время. Вот. Поэтому так мало нахожусь в интернете. Правильно. А как правильно пишется интернет? Да? Как вы знаете, как правильно пишется интернет? Как правильно пишется интернет? А что, можно написать еще и неправильно интернет? А вот я, да, представляете, есть некоторые, которые не знают, как пишется интернет. Ничего себе. Очень интересно. Ну вот скажите, так, Фатима, скажите мне, пожалуйста. Как бы я написал? Да. Английскими буквами взял бы и написал? Нет, русскими. А что, какие-то сложности у кого-то возникают с правописанием этого слова? Я вам говорю, Артур, в том-то и дело, что на самом деле вызывают сложности у людей. Вот вы по буквам скажите слово интернет. INTERET. Интернет. Совершенно верно.
Правильно. А некоторые говорят интернет, интернет. А еще, возможно, последняя буква не Т, а Д, правильно? Еще такое может быть. Не, я просто на самом деле удивляюсь. Да, а вот винегрет, как пишется? Вот как бы вы написали слово винегрет? Ну, просто ради интереса вот так вот заболтать. А, по-моему, через букву Е пишется. Винегрет, да? Если... Да. Ага. Если не ошибаюсь. Ну, видите, какой вы грамотный человек. Приятно общаться. Честно. Спасибо большое. Честно, я даже вот сейчас вы мне задали такой вопрос, я резко на него ответил, потому что на секундочку подзадумался. А действительно, как проверить, какое проверочное слово, как можно перепроверить? Ну, а нет, это словарное слово. Нет проверочного слова. Я так и понял сразу, и поэтому положился на свой опыт, так скажем. А русский язык с первого класса учил, да? Просто Учил, да, с первого класса. Сейчас не учу, сейчас потом, знаю. А потом украинский пошел, да? Нет, я украинский не изучал. Правильно. Почему вы так думаете? А, не изучали? Да нет, просто слышится произносить. Нет, я английский изучал. А как правильно, украинский или украинский? Вот тоже, чтобы не ляпнуться мне. Ой, я вам даже не подскажу. Не подскажете, ну ладно. Просто некоторые говорят украинский, некоторые говорят украинский. Я вот даже не знаю, я уже сама запуталась. У меня 50 на 50. Как сказать, украинский или украинский? Ну мы же не говорим Украина, да? Мы же говорим Украина. То есть украинский язык получается? Ну получается, наверное, да. Да, украинские. Ну, как-то украинские никогда не говорили вроде. Ну, хотя и украинские не говорили. Ну, ладно, это так просто задумалось. Сейчас просто очень много разговоров на эту тему, и там все по-разному говорят, и знаете, все это обсуждают, так мне вот тоже стало интересно, как это. А вы как говорите, украинские или украинские? Да, в принципе, не сталкивался с такими словосочетаниями за последнее время, но я думаю, что, скорее всего, правильно украинский. Украинский. Ну, украинский больше вот украинцы, ну, украинцы говорят. А мы русские как-то говорим украинцы, а не украинцы. Насколько мне не изменяет память, в истории было написано, что Украина ранее называлась... Украиной или Украиной, что-то такое. Ну, Украина России, да. То есть то граница России. Граница России. Да. Да, край России. Окраина. Да. Ну, вот мы сейчас историю учим с ребенком, со старшим. Да, я тоже это все вижу, все понял, как бы это... Интересно, конечно, читать, пока не переписали учебники. Сейчас перепишут, потом уже вообще... Черт поймешь, что будет, на самом деле. А потом уже и непонятно, что было, что не было. Вот на Украине сейчас тоже переписали учебники людям, ну вот детям, которые в 90-е родились. Сейчас у них совершенно другое мнение. Вообще они даже не понимают, что было на самом деле. Они идут, это вот, ну у них там совершенно изменен мозг. Вот это мне странно. И сейчас нашим детям тоже хотят изменить мозг. Ну, это же неправильно. Ну, а хотя, с другой стороны, всегда это было так-то. Что мы можем сделать? Всегда это было. Всегда мозг всем меняли. Согласитесь? Ну да. Конечно, я полностью с вами согласен. Так что я считаю, человек должен вырасти образованным. Палка должна быть... А, нет, про палку я пока не буду, ладно. Ладно, не буду пока. Так, ладно, отошли от темы, Артур. Да, очень сильно отошли от темы. Скажите, вы бы смогли в силу ваших обстоятельств уделять всего полчаса в день вашему личному эксперту, главной задачей которого вас обучать но и помогать вам зарабатывать могу, с первого полчаса дня? Полчаса могу, но 8 минут мне надо оставить тоже на что-то еще. Ну, смотрите, возможно, эти 38 минут – это общее количество для отдыха в интернете, но вы же будете заниматься не отдыхом, а заработком. Нет, но... Порнуху понимаете, я не могу 8 минут смотреть. Я пока включу, пока загрузится, 8 минут порнухи, это ни о чем, понимаете? То есть 38 минут мне хватало. А если 30 минут я буду заниматься там торговлей, то 8 минут мне уже на порнуху не хватает. То есть я сама себе изменю. А сколько вам нужно на это мероприятие времени? Ну это я бы не сказала, что это мероприятие. Это времяпрепровождение. Ну, это я так выразился, шучу просто. А вот вам сколько нужно? Вот вы что, не смотрите?
Я, бывает, смотрю. Ну, так все смотрят. Ну, я не знаю, минут, может быть, там, ну, 10. То есть не 8 минут, но на 2 минуты больше. Но 10 минут могу позволить себе посмотреть. Алло, алло. Ну, не то слышала. Есть через два года я могу себе уже позволить 10 минут порнухи посмотреть. Сейчас пока еще 8, получается. Если 30 минут с менеджером разговаривать. Ой, я не могу, у вас очень хорошее чувство юмора. Да нет у меня юмора никакого в том-то и дело. У меня и друзей-то нет. А, это вы все на полном серьезе говорите? Да, я подписалась такую там Дашу Штольц или как-то так. Вот она вот это все говорит, коуч она. Я, значит, смотрю ее, ага. И повторяю, да, чтобы быть счастливой, богатой. Угу. Я понял вас, Фатима. Но я пока еще не счастливая и не богатая. Вот хорошо, что вы мне созвонили. Вы из меня сделаете богатую? Ну, все зависит от вас, от ваших взглядов на эту сферу, от вашего финансового потенциала и вашего финансового аппетита. Ну, аппетит у меня пока небольшой. Посмотрим, как будет. Аппетит приходит во время еды, как говорят. Вот, правильно, вы в точку сказали. Аппетит приходит во время еды, правильно. Да. У вас завтра рабочий день или выходной? У меня каждый день выходной. А, вы не работаете? Нет. Я понял. А чем же занимаетесь вообще в жизни? Ну вот сегодня помидоры насушила, например. Сделала ужин. Угу. Потом сходила, собака погуляла. Ну, много дел у меня. Ну так. Я вас понял. Посмотрела сериал «Измена». А если я позвоню вам... На премьере смотрели сериал «Измена»? Кого? Нет, я телевизор стараюсь не смотреть. Не на платформе, на телевизоре тоже не смотрю уже лет 7, наверное. Я, наверное, лет с 18 не смотрю телевизор вообще. Я даже не знаю, что в мире происходит, если честно. Я примерно знаю, ну, что в экономическом плане. А что там касаемо политики, это все кукольный театр. Да, вот, я согласна. Которые внимательно смотрят телевизор. Вы опять попали в точку. Никакого театра я смотрю. Театр абсурда. А я всегда попадаю в точку. Да. Вот вы правильно сказали, надо же, как второй раз уже попали. Никакого этого абсурда мне не надо. Это не моя голова, меня это не касается, и пускай они там как хотят. Я понял вас. Я вам вот что предлагаю. Смотрите, сегодня мой рабочий день уже подошел к концу, а меня ждет жена. Мы сегодня не будем зарабатывать деньги. Сначала нам нужно во всем разобраться, Фатима. Хорошо. Вот, давайте я с вами свяжусь. У вас время московское? Да, конечно. Я на севере живу, конечно, московское. На крайнем. Давайте я тогда свяжусь с вами завтра в 10 часов по Москве. Будьте на связи. Нет, я сплю в это время. Не-не-не, я сплю. А во сколько просыпаетесь? Так, давайте, знаете как, мне надо ребенка отправить в школу. Вот после часа я совершенно... Нет, сейчас я ее отправлю. Ну да, в принципе, после полвторого, например, я совершенно свободна. Совершенно. Все, я вас записываю на завтра, на полвторого. Потому что у меня еще там есть дела некоторые. А у вас есть какой-нибудь мессенджер, типа там WhatsApp или что-нибудь такое? Конечно, полно. Я вам сегодня отправлял смс-очку на телефон от компании PowerTrend. Там есть мои контакты для обратной связи. Там мой Skype, там Telegram и электронная почта. Видели? Напишите мне, Артур Макеев там написан. Все запрещено. Этот один остался в WhatsApp, и я пока не удаляю до последнего его, пока меня не арестуют. Вы тоже еще раз кем запрещен Скайп? Так запрещен же он в России. Я не знаю, у нас все работает. Нет, у вас-то понятно работает, у нас в России, говорю, запрещен. Так я вам звоню, что не с России, что ли? А я не знаю, что там номер не посмотрела. Я с Москвы вам звоню. А, 912, Россия, да. Ну,
не досмотрела. Ну, мало ли, с какой страны. Может, там, в Европу откуда-то или еще откуда-нибудь. Mm-hmm. Давайте вы мне напишите, или я вам напишу. Мне приятно с вами пообщаться будет. Мне тоже будет очень приятно, хотя мы с вами пообщаться. Что, завтра созвонимся? Да, конечно. Напишите мне прямо сейчас со своего Телеграм. Есть же Телеграм у вас? Телеграма, слушайте, не знаю. 100 лет не общался в Телеграме. Наверное, WhatsApp. Нет, наверное, WhatsApp у меня точно есть по этому номеру. Сейчас пойдем. Угу. Нашли, да, меня? Нет, не нашел. У меня на компьютере установлен WhatsApp. А я сейчас не рядышком возле компьютера. Смотрите, я тогда завтра приду на работу. Первым делом вас добавлю в WhatsApp, напишу «Доброе утро», там это Артур Макеев, который попадает прямо в точку. Да, вот так и напишите, прямо в точку. Конечно, потому что это немаловажно. Мало ли, знаешь, многие звонят еще. Конечно, конечно. Конечно, а Фатима, все, договорились, тогда завтра... Знаете, сколько звонят этих мошенников еще? Вы не поверите, Россию просто атакуют. Не звонили еще? Да вы что? Да вас звонят. У меня родителям звонили на прошлой неделе, хотели получить номер банковской карты и CVV-код. Нет, банковская карта это все в прошлом, этого не хотят уже ничего. Сейчас другой развод. Сейчас, знаете, типа, на вас взяли кредит, вы должны снять деньги с карточки и положить куда-то там в какую-то сегрегированную ячейку. Вот это такое вот звонят. А что это такое, никто не понимает. Сегрегированная ячейка, никто не знает. Вот, потом еще, знаете, с госуслуг еще звонят, кстати, будьте осторожнее. Вот с госуслуг звонят. Еще вот есть такие магазины. Магазины, ничего не закажете там, вот, какую-нибудь лопату там или этот термос, вот такое. Нет, можно заказать, я не заказывал такого. Места. Да, вот я вот заказала, просто волочилась. Я понял вас. Ну, я вам хочу сказать, работаю в компании 3 года уже. Вот. И за последний год каждый второй, третий клиент приходит в нашу компанию уже с негативным опытом, вот, которых уже обманули. Вот. И да, каждый пытается делиться своей историей. Вот все, ну, не все, 80% клиентов делятся, да, со мной своей историей. Вот, и какие-то только истории не наслушался по поводу этого всего. Что творят вообще страшные люди? Да нет, это еще не страшные люди, которые обманывают. Страшные люди, которые это слушают и обманывают. Вот это страшные люди. То есть хладнокровные совсем, как змеи. То есть представляете, как их обрабатывают, конечно, да, этих людей? Как их обрабатывают? Ой, бедные парни, бедные детки. Вот иногда звонят совсем молодые, и вот и такое говорят. Вот им вроде и жалуешься, да, и все, там, некоторые инвалиды, ведь, да, ну, представляете, инвалидов обмануть, или там многодетную мать, которая понятия не имеет, там, ну, живет там в России, да, и понятия не имеет про всю эту политическую систему, а ее все равно дурят. Ну, как бы, всех подряд под одну гребенку. То есть у них в головах-то ничего нет, получается, они как бы все это равнодушные, или как, или зомбированные они. Уж не знаю, как назвали. Ну, или завербованные, как это называется, вербуют? Ну, жалко. Наверное, да. Людей жалко, молодежь жалко. Я понимаю, что там, ну, идет вот такое вот противостояние там у нас между странами, да, и все вот это вот. Есть у нас в России тоже такие, ну, я не буду называть, которые, ну, ладно, это я не хочу говорить. Мне просто жалко молодое поколение. Что-то и настраивают против друг друга, это ужасно. Да, это факт. Это ужасно. Да. Так, Фатима, я буду заканчивать свой рабочий день. Свяжусь с вами завтра в 13:30 по московскому времени. Желаю вам хорошего вечера. Отдохните. Да. Угу, все. Хорошо. Я побежал. Завтра буду хорошо, дальше продолжать попадать прямо в точку. Бегите. Всего хорошего. До свидания. Алло. Алло, здравствуйте, Фатима. Здравствуйте. Это Артур Макеев, который попадает прямо в цель. Как ваши дела, как настроение? Да все отлично, все хорошо. Все хорошо, деток в школу отправили? Да,
Замечательно. А сколько у вас детей? Вот у меня трое, девочки все. Хочу пацана. А, у меня тоже трое. Тоже все девочки. Но пацана не хочу. И тоже три девочки? Угу. Но пацана не хотите. А почему не хотите пацана? Да куда еще ты четвертого? Зачем? Я понял вас. Мы вчера с вами на чем-то остановились, я не могу припомнить на чем. А, мы говорили с вами о том, что я вас спросил, сможете ли вы уделять полчаса в день, а вы сказали полчаса, нет, и 8 минут там остается. Нет, мы про мошенников говорили с Украины, вот, я вспомнила с вами. Я хотела предупредить сейчас просто, да? Статью недавно читала, да, в интернете всякие эти ролики на Ютубе, знаете, есть. Ну, там, прикольные такие. Ну, вот. То, что обманывают там стариков, да, инвалидов, вот такие вот. Банки звонят. Ну, помните, мы вчера с вами об этом разговаривали? Да, 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 конечно. Мне маме звонили на прошлой неделе, я же вам вчера говорил. Да, да, пытались, да, вот. Пытались номер карты и данные карточки каким-то образом выманить. Ну, это такое. Да. Давайте с вами вернемся к теме нашего разговора, Фатима. Я вам сейчас хочу рассказать, как вы уже сегодня сможете заработать $100-150 уже сегодня вечером. Ну, прежде чем мы с вами перейдем на торговую платформу... Артур, а почему доллары-то? А почему не рубли? Потому что на торговой платформе идет торговля в долларах. Ну, когда вы будете выводить уже заработанные средства обратно на свою банковскую карту, они будут конвертированы в рубли. Не переживайте. Ага. Для этого вам не нужна долларовая карта там или доллар или еще что-то. А как они конвертироваться будут в рубли? Я вам это все покажу. А как вы мне покажете? Я вас сначала ознакомлю с этим самым, со всеми документами нашей компании, чтобы вы убедились, что мы надежные брокеры, с нами можно работать. Хорошо. Я вам покажу нашу генеральную лицензию на официальном сайте Центробанка России. Также покажу вам сертификат соответствия от брокерского регулятора. Вот в силу того, что вы новичок, хотел бы вам рассказать, как на сегодняшний день можно выбрать надежную компанию для работы. Чтобы вне зависимости от того, захотите вы работать со мной или будете искать другую компанию для работы, вы для себя имели четкое представление, как выбрать надежного брокера и не стать жертвой мошенников. Договорились? Договорились. Замечательно. На сегодняшний день на рынке присутствуют два типа брокерских компаний. К первому типу брокерских компаний относятся те компании, которые прежде всего регулируются брокерским регулятором, а также обязательно должен быть банк-партнер. Существует также и второй тип брокерских компаний, которые никем не регулируются. То есть эти компании творят, что сами хотят. Также нет у них банка-партнера. Никто не знает, где хранятся деньги их клиентов. То ли на платформе, а то ли на каких-то счетах компании, а может быть их давным-давно уже все потратили мошенники. Все, что есть у такого типа компаний, это парочка сайтов с купленными отзывами, якобы от довольных клиентов, после прочтения которых у новичка попросту приглушается бдительность, и новичок думает, что все в порядке. Но мы-то с вами взрослые люди и понимаем, что компанию нужно выбирать не по отзывам, а отталкиваясь исключительно от надежных источников информации, такие как банковские ресурсы и официальные сайты брокерских регуляторов. Потому что отзывы – это нерегулируемая часть интернета, в которую верить нельзя. Что бы там ни было написано, хоть хорошее, хоть плохое. Потому что есть такой сервис, как биржа отзывов, на котором можно приобрести хоть положительный, хоть отрицательный отзыв за 5 российских рублей. Именно поэтому я и настаиваю при выборе надежного брокера для себя. Артурида, я как будто радио слушаю, вы так говорите, как будто читаете. Я ведь ничего не понимаю. Я только поняла, что у вас какая-то лицензия в Центробанке, вы мне сейчас покажете. Да. Я вам говорю о том, что компанию нужно выбирать, отталкиваясь от надежных источников информации. То бишь, отзывы – это нерегулируемая часть интернета, которую верить нельзя, чтобы там не было написано. Хоть хорошее, хоть плохое, хоть самое замечательное на свете. Потому что это все покупается и продается. А, отзывы. Ну, не все покупаются и продаются, не скажите. Ну, в общей сложности это нерегулируемая часть интернета. И при выборе надежного брокера для себя
Вот давайте с вами представим два варианта развода. Подождите, а покупаются же отзывы только хорошие, а зачем плохие-то покупать? Плохие люди пишут, которые разочарованы этой компанией. Вот они и пишут их бесплатно, между прочим. А еще пишут конкуренты, заказывают эти негативные отзывы, чтобы облить грязью своего конкурента и на фоне этого немножко возвыситься. Кто у вас конкурент? Что? У вас кто так конкурент? Море конкурентов у нас. Мы 13 лет на рынке. Нет, смотрите, если у вас море конкурентов, то это море конкурентов. Должно заказать море негативных отзывов для моря конкурентов. Так получается? Это сколько денег надо заплатить, чтобы... Ну, а сколько этим денег надо заплатить, чтобы на море конкурентов заказать столько море негативных отзывов? Ну, если один отзыв стоит 5 российских рублей... Сколько? Вот, я думаю, много... 5 российских рублей. Да один комментарий стоит. А не 150? Нет, я вас ознакомлю с биржей отзывов, ну, и давайте, вы увидите своими глазами. Вот. А вы что, занимались публикацией отзывов? Что, откуда-то у вас есть такая... Я знаю расценки. Угу. Я понял вас, Фатима. Очень хорошо. А скажите, вы понимаете, какая роль у брокерского регулятора в отношениях между трейдером и брокером? Чем занимается эта организация? Так, сейчас, подождите. Искусственную маску. Что еще раз? А чем занимается организация брокерский регулятор? Вот как вы думаете сами? А что за организация такая, брокерский регулятор? Это что за организация? Смотрите, все очень просто. Между вами, трейдером, и нами, брокерами, присутствует регулирующее звено, которое следит за тем, чтобы брокерские компании, которые получили сертификат у регулятора, предоставляли свои услуги согласно заявленного регламента брокерской деятельности, а также действующего законодательства. Компенсационный фонд данной организации до 2 миллионов рублей. Что это значит для вас? То бишь, если у вас в процессе сотрудничества с какой-то из брокерских компаний возникнет спорная ситуация, которую вы сами решить не сможете, вы без нервов и без психов заходите на этот официальный сайт брокерского регулятора и оставляете онлайн претензию, которая будет рассмотрена в течение суток. Если же регулятор примет решение, что компания виновата перед вами, вам будет выплачена компенсация до 10 раз больше от суммы ваших вложений, а у компании отбирается сертификат, и она больше никогда не сможет предоставлять своих финансовых услуг на рынке. То бишь, простыми словами, брокерский регулятор для вас это как дополнительный рычаг давления на ту компанию, с которой вы собираетесь работать. Понимаете, да? Да, понимаю. У меня аж голова заболела. Вы говорите, как робот. Почему? Ну вот так вот, как из пулемета из маленького. Быстро говорю. Не то чтобы быстро, здесь вроде все в порядке, но из маленького такой, знаешь, вот как будто вот прострелил голову. Ну ладно, черт с ним. Хотел бы вам рассказать, какую роль имеет банк-партнер и почему это так важно. Смотрите, вот есть многие брокерские компании, которые занимаются доверительным управлением брокерских счетов. И чаще всего клиенты прогорают, когда компания имеет доступ к средствам клиента. Вот, мы же, поскольку у нас есть банк-партнер, брокерские счета наших клиентов создаются именно в нашем главном банке-партнере. Это HSBC Bank, крупнейший банк Великобритании. И даже в том случае, если... у нашей компании там заберут лицензию, вот, или ну произойдет любая форс-мажорная ситуация, вот перестанет работать наша компания, то ваши средства никуда не пропадут. Они будут на вашем брокерском счету, и свой брокерский счет вы сможете обналичить через любое отделение вашего банка или вывести на свою банковскую карту через личный кабинет. Это очень важно. Угу. Вот. И поскольку мы не имеем доступа к брокерским счетам наших клиентов, поэтому никаких договоров на доверительное управление мы не составляем. Вы от меня что хотите, Атурида? Я не могу понять. Вы так, это все какая-то лишняя информация для меня. Или давайте документы, почему? Или что мне... Я хочу уже начать работать. Просто времени не так уж и много надо. Сейчас уже ужин будет готовить. Давайте, может быть, чуть-чуть ускоримся.
Хорошо, хорошо. Сейчас, секундочку. У вас доступ к интернету через телефон, верно? Так. Фатима Селли, собачка, Яндекс.ру. Ваша почта? Да, да, да. Очень хорошо. Так, я вам сейчас отправляю весь пакет документов нашей компании. Ставьте сейчас телефончик на громкую связь или одевайте наушники, чтобы нам было с вами комфортнее общаться и ознакомливаться с документами. И заходите на свою электронную почту. Так. Ой, у меня почта в другом этом. Просто. В другом телефоне? Ничего не пришло. Вы зашли на почту? Возможно, да. Во время разговора не работает интернет? Нет, у меня другой телефон. Или у вас... Смотрите, поскольку письмо содержит большое количество ссылок, а моего электронного адреса в вашей записной книге нет, поэтому письмо может попасть в папочку спама. Также проверьте и спам. А вот Артур Макеев есть. Есть такое. Открывайте. Да, все есть. Вы на правильном пути финансовой независимости. Однако для этого вы будете спокойны за свои финансы и были уверены в своем финансовом партнере. Знакомы ли вас с гарантиями? Power Trend. Ага. Хорошо. Ой, можно я это все читать не буду, а? Это очень конечно, много. Можете не читать, я вам так вкратце расскажу. Вот в первом пункте есть сертификат. Сертификат of compliance. То бишь сертификат соответствия в переводе с английского. У вас в пункте 1 есть ссылочка. Нажмите на эту ссылочку. Вас перенаправят на официальный сайт европейского брокерского регулятора, у которого мы проходим ежегодное сертифицирование. Угу. Только не нажимается. Подождите, за зарядкой пошла сейчас телефон. Не, он не нажимается. Не нажимается ссылочка? Нет. Очень странно. Возможно, скопировать ее нужно? А попробуйте два раза на нее нажать пальчиком? Я зарядку поставлю, я все руки заняты. Подождите. Угу. Так. Алло. Да, переключилась у меня тут. Так, значит, брокер, вот это где зелеными буквами, да? Не нажимаю. У вас ссылочка http://bcbir.com. Да. Видите? Да. Да. Не нажимается она? Не. Угу. Короче, я тогда сейчас вас добавлю со своего WhatsApp. Продолжим по WhatsApp, хорошо? Угу. Вам нужно будет сохранить мой номер телефона, я вам сначала напишу. Сохраните мой номер и свяжемся. Договорились? Вот, Артур, вот что вы такое выдумывали-то, а? Вы мне покажите, куда мне, где эта платформа или что там, я не знаю, вчера с вами об этом говорили. Зачем мне вот эти все сложности? Какие-то непонятные ссылки, которые не работают. Куда заходить? Чего? Для чего? Хорошо, Фатима. Открывайте тогда Play Market, давайте устанавливать торговую платформу. Какую? Я вам сейчас скажу. Какую платформу-то? Пишите в поиске X-Critical Black. X-Critical Black. Там, наверное, Black. Вирусов дофига, да? Это в Play Market находится. Да не в Гугле нужно писать, а в Play Market. Сторона Play Market такая, да? Но установить хорошо. Угу. Так, я сейчас запрошу данные для входа у технического отдела, чтобы нам с вами предоставили логин и пароль. Так, логин и пароль я сейчас не придумаю. Зачем?
Электронная почта ваша, вы же прошли регистрацию у нас. Вот, у вас есть для авторизации временный пароль. Его вы сможете изменить на любой другой через свой личный кабинет. Зачем? Я сейчас зарегистрируюсь на X-Critical, да и все. Вам сначала нужно подключиться к нашему брокеру. Установилось приложение? Так, я регистрируюсь. А у вас там есть кнопочка «Выбрать брокера» внизу? Подождите, я говорю, регистрируюсь на X-Critical еще. Угу. Поле может содержать только буквы, но у меня буква «А». А у вас в X-Critical вверху эмблема компании там есть. Что там Maxi у вас Market? За компания написано? Максимаркет. Вот, вы сейчас проходите регистрацию в Максимаркет. Вы сейчас оставите номер телефона, и вам будут звонить по 1000 раз в компании Максимаркет. Поэтому, чтобы такого не произошло, в самом низу у вас есть кнопочка «Сменить брокера». Есть такая? А, вижу, да, «Сменить брокера», ага. Нажимайте «Сменить брокера», вводите циферки 9952. Это IT нашей брокерской компании. И нажимайте кнопочку «Подключиться». Power Trend вижу, да. Отлично. Вот вы теперь синхронизированы с нашим брокером. И теперь можете проходить регистрацию. К сожалению, пользователь данным email уже зарегистрирован. Ну вот. Вы зарегистрированы. Нажмите «Восстановить пароль». Или вы можете войти под временным паролем. Я же вам говорил, что вы, когда проходили у нас регистрацию, проходили вы регистрацию через на сайте InvestForum, как я вам вчера и говорил. Нажмите сейчас кнопочку «Назад». «Назад». Ага, сейчас, подождите. Там у вас главное окошко авторизации. «Назад» тут нету кнопки. Что у вас сейчас на экране? Введите электронную почту и пароль? Нет, сменить брокера или войти. Нажмите «Войти». Угу. Да, введите почту и пароль. Вводите свою электронную почту. Угу. Пароль для вас создали временный. Я вам сейчас его продиктую. Алло. Да-да. Ну, чего? Пароль пишите? Да-да. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Угу. А «С» маленькими английскими. Маленькими, да? Ага. Да-да, совершенно верно. Неверный пароль. Там есть глазик у вас в поле ввода пароля. Нажмите на него, и у вас пароль будет не спрятан, а вы сможете его перепроверить. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А «С» маленькими английскими. Неверный. Возможно, когда вводили электронную почту, допустили какую-то ошибку. Она у меня автоматом вводится. Ага, значит, если вводится автоматом, значит, у вас, скорее всего, в конце, после Яндекс.ру, стоит пробел. Вам этот пробел нужно удалить. Уже убрала. Нет, все равно. Вот, видите, какая вы молодец. Так что молодец, он не входит. Не входит? Так, сейчас, секундочку, перепроверим. Фатима Селли Собачка Яндекс.ру, верно? Да, да, да. Угу, сейчас, секундочку. Попробую проверить. Это вы сейчас заходить будете, что как у меня? Нет, нет. Нет, я отправил запрос в технический отдел. Попробуйте еще раз авторизоваться.
Так, а сейчас мне что надо сделать тогда? Кнопочку войти нажмите. Нет, неверный пароль. Нажмите, забыли пароль. Угу. Восстановите так. На любой другой. Нет, отправить пароль на ваш e-mail, да, я написала отправить. Угу. Так, сейчас посмотрим. Пару тренд, забыли пароль. Здравствуйте, Фатима. Так, что мне надо сделать? Начать торговлю, да, написать? А, пройдите по ссылке, чтобы изменить ваш пароль. Вот, сейчас я пройду по ссылке. Угу. Не, он не переходит. Вообще завис просто. Не, белый экран. А попробуйте нажать назад и еще раз перейти. Так, готово. Не, вообще, и зависло еще и это. На экране все сбилось что-то. Подождите, это что такое? Тарага какая-то. Сейчас напишу начать торговлю. Ну, нажмите вот. Начать торговлю. Да, давайте регистрацию на другом тогда. Сима. Что надо-то? Не-а. У меня сейчас какие-то вирусы нахватаются на телефон. Это что такое-то? Он даже не видит ни букв, ни ничего. Почему? Не переживайте, никаких вирусов вы не нахватаетесь. Так он, я пишу, он не видит. Вот 1376. Имя так нельзя писать, я ничего не помню. Давайте поступим следующим образом. Я так понимаю, вам нужна помощь. Давайте с вами сейчас с Play Market установим приложение, с помощью которого я смогу видеть, что у вас на экране, а вы сможете видеть, что у меня на экране. Я буду вам давать подсказки, куда заходить, что нажимать. Сейчас, убежалась. Нет. Управлять телефоном я вашим не буду. Что? Нет. Попытаемся еще раз. Так, Фатима. Давайте, конечно. Согласен с условиями отправить. Есть совпадение пароля. Интересно. Так он даже, вот я что пишу, он даже не видит. Он сразу пропадает у него и все. Возможно, браузер у вас давно обновлялся. Так, я последний раз пробовала, если не получается, все, нафиг. Не буду я этим заниматься. Какая-то глупость. Какую-то глупость я, по-моему, занимаюсь. Есть какая-то ссылка, чтобы я сразу зашла, например, и все. А веб-версия платформа? Да. Ну не заходит, да, конечно, у меня. Есть. Ну так а что тогда? А зачем тогда мне мозги вот это пудрить здесь всем было? Это же кошмар какой-то. Не-не-не, все, я выхожу. Я хотел вам установить приложение на ваш телефон, чтобы вы заходили через так приложение. Так я установила приложение, Артур. Я установила приложение. Так видите, оно не работает, оно не заходит. Угу. А вы вводите, скорее всего, некорректные данные для входа. Где-то допускаете ошибку. У меня Фатима Стали будет с автоматом. Пароль, который вы мне сказали, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сейчас еще раз попробую. АС. А S-то какая? S или C? S как доллар. Ну, все правильно. Неверный пароль или логин, проверьте введенные данные. Все. Фатима, Сали, собака, Яндекс.ру. Ну все, что у меня тут все, другого нету. Не-а, не дает. А я вам на электронную почту отправил ссылочку на наш официальный сайт. Вы сможете авторизоваться также через официальный сайт. Официальный сайт какой-то.
Это вот так со всеми вот так вот, да, вот это вот сидите вот, это же ужас какой-то. Каждый вот это терпит. Я не понимаю, о чем сейчас речь? Ах, то, что я должен терпеть. То, что у нас с вами не получается 10 минут зайти на платформу. Но я же в этом не виноват, что у вас не получается авторизоваться. Письмо может быть опасным, поэтому в нем отключены все ссылки и картинки. Если вы не доверяете отправителю, нажмите «не спам». А если вы доверяете? Ой, нет, я не буду переходить, наверное. А вдруг там какие-то вирусы? Фатима, это наш официальный сайт, но какие там могут быть вирусы? А, так он даже не нажимается. Не-а, я не могу нажать. Потому что вам нужно нажать кнопочку, что это не спам. Так у меня в спам. Вы же только что читали мне уведомление. Если это не спам, нажмите, что это не спам. Ну там, где вы читали? Я же не вижу, что у вас на экране. На черном фоне просто написано белыми буквами, и все, и больше ничего, и внизу ссылка. Зажимайте пальчиком на эту ссылку. Угу. Она у вас выделится синим цветом выделится. Нет, она вообще никаких реакций. А, вот, да, есть. Скопировать ссылку, да? А вот да, открыть скопировать ссылку. Ссылку. Все, открыть ссылку. Вот, есть. Открыть ссылку. Отлично. Белый экран. Открылась? Белый экран. Ничего. Просто белый экран. Я не знаю, почему у вас не работает, у меня все прекрасно работает. Ну, у меня, может, какая-то защита от мошенников стоит, я не знаю. Защита от мошенников? Я не мошенник, Фатима, ну зачем вы мне такие вещи говорите? Нет, я говорю, у меня защита от мошенников стоит, я же никогда не сказала, что вы мошенник. Они же не распознают мошенников или нет, они просто видят сомнительные сайты и защищают мой телефон. Я понял. Я ведь тоже вас защищала от мошенников. Видите, сколько информации вам дала? Да, спасибо большое, Фатима. Да, очень пожалуйста. Приятно с вашей стороны. 20 баксов. Так, на как мы на брокерский счет максимум. Нет, вообще, Артур, вы же не... Вообще, я даже зашла на Safari специально, продублировала ссылку, он не открывает ее. Сейчас через Яндекс попробую. Это просто какая-то фантастика. Вот если бы у вас было приложение, с помощью которого я мог бы вам транслировать свой экран, я бы вам все показал. Открыл мошеннический проект powertrend.io. Отзывы, развод, компания PowerTrend, мошенники. Открылось как хорошо с Яндекса. Брокер-мошенник. Вот, очень хорошо. Привет. Стоп-мошенники, PowerTrend. PowerTrend, правда, о брокере от клиентов компании. PowerTrend, отзывы. Это то, о чем я вам и говорил. О, так тут что, не ссылка, то все. Артурита, вы что, меня обмануть захотели, что ли? Ну мы же с вами это обсуждали, Фатима, ну что вы в самом деле? Я да вам для чего хотел показать все документы. Вот как вы думаете, для чего? Ой, сколько информации. Я-то, дура, даже не прочитала ничего. Я думаю, что ж у меня не открывается? Артурита, ну как же так-то, а? Вы слышите, что я вам говорю? Да, Для чего я вам объяснял, тратил время об этих отзывах? Как это работает? Вы Артурита, сами знаете, что на это можно заработать деньги. Артурита, послушай меня, пожалуйста. Да-да. Я хотела тебе сейчас чек уже отправлять, понимаешь? Но ты меня тут начал колобродить по этим всяким сайтам, которые не открываются. Я прекрасно понимаю, кто вы такие. Я не раз уже с вами разговаривала с PowerTrend'ом. Все эти ролики есть на Ютубе. Если хочешь поинтересоваться, можешь найти меня. Просто сейчас ты начал меня по этим сайтам гонять, понимаешь? А мне вот реально неохота этим говном заниматься. Я тебе хотела отправить просто чек, нормальный чек. Ну, такой новенький уже. Но, видишь... Какой чек? Ну, чек об оплате, вы же потом чеки все будете просить там. Нет, мне не нужны никакие чеки. А у меня он уже на готове был, этот чек-то. Ну, что, ладно. Не сегодня. У меня не нужны от вас никакие чеки, я не понимаю, Фатима, о чем вы говорите. Да, конечно, у вас уже не нужны никакие чеки, это уже вдруг понятно сейчас, никакие чеки уже не понадобятся. Просто мне вот это, мне это неинтересно сейчас. Все.
Фатима, вот смотрите, а я вам предлагаю ознакомиться с документами на официальном банковском ресурсе. Вы говорите, что это вам не интересно. Да вы не вот, вам уже интересно читать. Артурита, Артурита, не заставляйте отзывы. Меня ругаться, я очень добрая женщина, не заставляйте меня ругаться. Я говорю то, что видела я все эти документы, потому что перебивать не надо меня. Я вам объяснила то, что с самого начала я знала, что жулик, мне звонит жулик. Я специально оставила эту регистрацию, что непонятного? Еще как можно раскрыть карты? Что еще? До конца будешь меня думать, что я буду сейчас тебе куда-то там входить и деньги переводить? Ну, как бы, что? Что еще-то надо? Вы не... да нет, я вам говорю, что вы будете переводить какие-то деньги, что ли? Ну, куда их будет переводить? На свой счет брокерский. А если вас устроят условия сотрудничества и результаты наших клиентов? Меня не устроит сотрудничество вы... в принципе с Power Trend. Не устроит. О чем мы тогда говорим? Что глупость, а? Я не знаю, о чем мы говорим. Трубку кидай, все. Зачем? А что, нельзя трубку кинуть? Ругаться будут? Я хочу вас послушать. Кто у вас там этот? Тим-лидер придет, по жопке настучит? Совершенно верно. Ну, я не буду тебе помогать, я не положу сама трубку. Мне не надо помогать. И жалеть я не буду. Для вас свое предложение не актуально, правильно? Не, ну если там кто-то слышит, можно сказать так, что предложение не актуально, да. Не, никто вас не слышит. Идет только запись разговора, и все. Хорошо. Ну я не буду посылать тебе аниматор никак, не, будь уверен, все нормально. Я не прошу, чтобы вы меня посылали куда-то. Не, я просто слышала такое, что вы... если тебя клиент посылает, то как бы вроде как там наказание смягчается, что это. А я не буду посылать никуда. Вы не заинтересовали меня вашим предложением. Понял. Хорошо. Всего хорошего. Угу. Да, давай. Приятно было пообщаться. Давайте. Давай, пока. Алло. Алло, Фатима, почему прерываете связь? Давайте с вами нормально поговорим один раз, и с вами больше никто не будет связываться. Мне нужно понимать, почему вы прерываете связь. Что-что? Вы кто? Я говорю, что давайте один раз нормально поговорим, и к вам больше, чтобы никто не звонил. Потому что вы сейчас сбрасываете, я не понимаю, по какой причине, что происходит, я вам перезваниваю. Потом понятное дело. Александр, менеджер по работе с клиентами. Вы разговаривали были с нашим менеджером? Вы интересовались сферой дополнительного дохода, а именно сферой инвестирования. Вспомнили. Вам не подошли какие-то условия или что? Какие-то. Почему вы не приступили к работе? Вы не знаете. Давайте мы с вами придемся еще раз. Я вас понял. Смотрите, давайте вы интересовались сферой. Для себя... Что-что? Давайте, говорю, только не сейчас. Повторите. Не сейчас. Хорошо, давайте, когда? Я понял, когда. Так, через сколько мне вам перезвонить? С часу до трех можете перезвонить. С часу до трех. Да. Хорошо, в таком случае мы тогда с вами свяжемся. Давайте, всего хорошего. Алло. Да. Фатима, мы с вами договаривались, что перезвонить вам с часу до трех. Но я вам перезвонил, почему-то не отвечали на звонки. Что-что? Вы же не перезвонили. Я вам перезванивал. Три раза я вам перезванивал, вы не отвечали. После чего я вам решил перезвонить вечером. А у меня стоит телефон без звука. Думаю, что у меня никто не звонит. Ну, все понятно, сейчас просто в руках попался. Я вас понял. Фатима, давайте с вами немного поговорим. Я не буду занимать много вашего времени, так понимаю, что вы занятой человек. Так, а напомните еще раз, кто вы и что? По инвестициям Александр. Каким-то, да? Александр. Да, ага. Александр, по поводу инвестиций. Смотрите, если у вас есть мессенджеры в WhatsApp или Telegram, мы можем с вами там связаться, чтобы я понимал, когда вы свободны, чтобы можно было по этому поводу с вами поговорить. Что я понимаю, что вы как занятой человек.
Я вас понял. Смотрите, вы подавали заявку о том, что вы интересовались данной сферой, то есть, скажите, вам было интересно, как, дополнительный доход или сама сфера инвестиций? Ну, что вам было более интересно? И то, и то. И то, и то. Я вас понял. Смотрите, я сейчас предлагаю условия нашей компании. Вы скажете, подходите вам эти условия, возможно, что-то вас не устроит. Наша компания, а какая компания работает... Это? Компания «Газпром Инвестири Холдинг». Мы работаем на инвестициях. Вы очень «Газпром Инвестири...» «Газпром Инвестири Холдинг». «Инвестиринг»? Да, «Инвестири Холдинг». «Инвестири»? Я просто записываю, не знаю, как записать. Да. «Инвестири». «Инвестири». «Холдинг». Ага. «Инвестири Холдинг». Ну... Наша компания предлагает вам условия работы. Нашей компании как? Вы работаете не самостоятельно. Вы работаете вместе с нашим аналитиком на купле-продаже акций. То есть покупаете их дешевле, продаете дороже. А на кем? Работаете вместе с аналитиком. А кто это такой аналитик? Аналитик. Это, если вам простыми словами, это будет как ваш учитель. То есть будет вас учить, для чего мы это делаем. Что за акции покупаем, почему именно их выгодно купить, после чего продать. Также, помимо этого, вы выбираете сами рабочее время, которое будете работать. Это может вас занимать как 15 минут в день, то есть вы можете уделять этому, так и более. Люди, которые приходят в какую-то сферу, у них, понятное дело, есть своя какая-то работа основная, они это используют как дополнительный доход. То есть вы с ним договариваетесь про время, которое вы можете работать. Например, вот сколько времени вы готовы уделять этой сфере? Так а если этот аналитик все будет делать, я-то для чего тогда? А, так послушайте, он вас предоставляет вам обучение, предоставляет вам сделки, которые, на которые вы сможете заработать, для того, чтобы вы понимали, как это происходит. А зачем мне это понимать, если он понимает уже? Я просто могу заплатить ему, он это сделает за меня. Так, а какой-то смысл вам от дополнительного дохода, если вы не понимаете, что это происходит? Понимаете, сейчас очень много мошенников в данной сфере. Просто подождите, Александр, если, например, есть человек, который там занимается, ну, работает, да, уже несколько лет, я так понимаю, ну, не новичок какой-то там. Ну, понятно, да. Вот, мне, наверное, легче платить ему, чтобы он распоряжал, ну, как бы этим занимался какой-то процент, чем я буду сидеть, свое время тратить и разбираться в этом. Мне вот это вообще невыгодно. Смотрите, в чем проблема. К вашему личному торговому счету имейте доступ только вы и больше никто. То есть как все происходит? Он вам предоставляет сделки. То есть ваша задача будет зайти, открыть сделку, закрыть сделку, заработать на этом деньги. Мы предлагаем, наша компания предлагает вам попробовать себя в этой сфере с минимальной доступной суммой, чтобы вы попробовали, увидели, как это происходит, какой заработок, то есть сложно, несложно, понятно, непонятно вам. Также наша компания, поскольку сейчас очень много людей, которые сталкиваются с данной сферой, им говорят, что вы можете там начать, после чего-то вывести через определенное время. Наша компания предлагает вам сразу, чтобы вы увидели потенциал этой работы, вы сразу заработали, можете сразу эти деньги вывести. То есть это, если вы пользуетесь онлайн-банками, то это так же, как у вас есть онлайн-банк, что вы можете переводить деньги, выводить, покупать что-то за них. Точно так же и здесь. Вы можете в любой момент вывести свои деньги, которые вы заработали. Наш процент от вашей работы – это 10% от вашего заработка. То есть, например, вы заработали условно 10 тысяч, наш процент – это 1000. То есть нам выгоднее выводить вас на более стабильный высокий доход, чтобы, соответственно, получать больше денег с вашего процента. То есть наш процент не меняется, это 10% больше денег от того, что вы заработали. Больше денег с моего процента? Это как больше денег с моего процента? Ну, смотрите, если вы заработали, например, 10 тысяч, мы получили свою 1000. Заработали 20 тысяч, мы получили своих 2000. То есть, а если вы заработаете больше... Да, вы говорите, больше денег с моего процента. Ну, наш процент не меняется. То есть, он составляет 10% так от суммы, которую вы заработаете. Ну, ладно. Мой процент, наш процент. Ваш процент – это 90%, то есть, это ваш заработок. 10%. От моих 90. Ну, все, я поняла. Так, ладно, вот. Хорошо. И что мы также, как это все происходит? Как все происходит? Я сейчас могу представить вам платформу, чтобы вы ознакомились с платформой, на которой будет происходить работа.
Что вы поняли, платформа? Что это платформа? Платформа. Платформа, на которой вы будете работать. Онлайн Трейд Про. Подождите, если вы сказали, вы не Газпром. И у меня будет свой счет, да? Счет-то какой-то должен быть там, я так понимаю, брокерский или как он называется? Ну да, счет на торговой платформе. Подождите, как счет на торговой платформе не может быть? Счет, наверное, должен где-то в банке быть? Смотрите, в банке есть ваш банковский счет, на который вы можете выводить свои деньги. Счет на торговой платформе, на которой вы будете работать. То есть... А счет-то мой будет? Да, счет будет ваш. То есть говорю, что вы имеете только к нему доступ. Понимаете? Ну, я поняла, да. То есть в Газпромбанке мне нужно где-то какой-то счет сделать, да? Вы скажите, какой тогда? Нет. Это название компании. Я же вам говорю, что вы будете работать на платформе. То есть на платформе будете заключать сделки, покупать акции, продавать акции. На этом будете зарабатывать. Вам это понятно? Нет. Нет, непонятно. Что за платформа? Что за платформа? Платформа. Давайте сейчас я вас ознакомлю с этой платформой, чтобы вы увидели ее. Ну, давайте. Да, скажите, у вас мессенджером каким вы пользуетесь? Telegram, WhatsApp, Viber? Так, зачем мессенджер-то? Ну, для того, чтобы я отправил вам ссылку на платформу, на которой мы с вами будем работать. Ну, как-то странно. Ну, ладно, давайте, WhatsApp у меня есть. WhatsApp. Это номер телефона, верно? Вроде да. Да. Сейчас, тогда... Я вас понял. В таком случае я сейчас вам напишу на WhatsApp. Для того, чтобы ознакомить вас с платформой. Я разговаривать по WhatsApp не буду. Сразу вам говорю. Я посмотрю потом, и вы мне перезвоните. А так при чем здесь? У вас что, сейчас интернета нету? То есть нет, мы с вами разговариваем? Вообще-то запрещен WhatsApp, если вы не в курсе. Ну, так я на WhatsApp вам сброшу ссылку, чтобы вы ознакомились с платформой, на которой мы будем с вами работать. Ну, я говорю, я посмотрю ее, но я разговаривать по WhatsApp не буду. Будем разговаривать по обычному телефону. Так, по обычному телефону будем разговаривать. Да. Вы за это время перейдете по ссылке, на которую я вам скину в WhatsApp, чтобы вы посмотрели, что за платформа. Если что-то непонятно, что вы сразу мне говорили об этом, я вам расскажу, что это такое. Нет, давайте я одна посмотрю, потом мы созвонимся с вами. Мне надо одной посидеть, посмотреть. Я напишу вопросы, которые мне надо задать вам, и вы мне перезвоните. Мне так удобнее будет. Вас Фатима зовут, верно? Да. Вас Фатима зовут, верно? Да, я же сказала, да. Как еще-то? Ну, действительно. Фатима Салямова? Да. Угу, понятно. Угу. А у вас есть канал на Ютубе? Нет, у меня нету. А что, уже говорили понятно. С тобой, что ли? А как вы давно этим занимаетесь? Так я давно в этой сфере? Нет, не в инвестициях. На Ютубе как давно? Да нет, у меня своего канала. Вы Говорю, вы А как это? Ну так это... На других платформах. На других? А как вы это все монетизируете? Оставляете вы регистрации? Никак это. Везде регистрации. Вот, Александр, если это Александр, поверь, вообще никак. Вот вообще совершенно никак. Просто... А для чего вы этим занимаетесь? Да троллим вас. Вы разводите как бы нас, а мы троллим вас. Совершенно бесплатно. Так мы на этом деньги зарабатываем, каналы. А вы? Погоди, есть каналы, которые действительно зарабатывают на этом деньги, но я размещаюсь на тех, которые мы, это как, знаешь, как волонтеры, это все бесплатно. Ну, нравится нам вот так вот, нравится, можно сказать одно. А значит, Василиса как-то там, в Ютубе есть Василиса, такая. Василиса сделала канал, да. А вот, это подружка ваша? Да. Класс. Угу. А вы ее хорошо знаете? Очень. Она, насколько я знаю, процедуры всякие делает, косметические. Так, с лазером работает, что-то еще такое. Космическим лазером? Каким космическим?
Она какие-то там процедуры делает. Я процедуру нужна, что ли? Так уж и говори, если нужна процедура, договорюсь. Что, сделайте еще раз? Я говорю, если надо процедуру тебе какую-то сделать, давай, прости, договорюсь, что ты вокруг да около ходишь. Да нет, просто по-человечески интересно. Ну, так я по-человечески разговариваю, заметь. Просто деньги делаете, зарабатываете. А вы ради интереса это делаете, правильно? А она тоже не зарабатывает. Она разве? Нет. 100% тебе говорю информацию. С первых уст, можно сказать. А я... А как Василису зовут? Лиза. Она же Лиза, верно? Да, верно. Откуда ты знаешь? А так. А-а-а. Лиза Харламова. Лиза Харламова? Если ты все знаешь, да. Понятно. Ну ладно. Рада Слушай, все, Саша, еще тоже хотела спросить. Ты спросил, а ты часто нападаешь вот на блогеров, там на вот на рофлов, или как вы их называете? Да, очень часто. Часто, да? А раньше не было такого, да? Да нет, было всегда. А вот на кого нападал? На Тимура нападал? Ой. На кого? На Тимура. Да, по голосу кажется, что да, но он так не раскрыл себя. Ну он прям сети всем высылает такие, да, интересные. Ну картинки, да, высылал. Ага. Слушай, да, а на Купера ты, наверное, не помнишь. Там еще есть такой Богдан Тарасович, нападал, нет? Нет, вот на него нет. А на Василису? Ну пускай оставит заявку, пообщаемся. Так мы же, ведь понимаешь, мы же не знаем, где оставляем заявки. Это же все так, сам понимаешь как. Какая выпадет, такая выпадет. То есть нет определенного там. Да, мы это так не можем сориентироваться, чтобы все вместе взяли, там в одном месте заявку поставили. А чем вы сами занимаетесь? Вы блогер? Да нет, я же сказала. Это все хобби. Ну такое хобби, ты знаешь, оно как бы сегодня есть, завтра нет. Все это. Да, специфическое. Специфическое, да. Ну что, а ты расскажи, на какие каналы ты подписан? Да на все. Ну на какие, на все, хотя бы один-то назови. Да, мне просто же работать надо. Ну так ладно, там 3 минуты поговорим. А у вас многоплательщиков много. 3 минуты поговорим. Мы же нормально разговариваем. Много... У вас многоплательщиков много еще? Многоплательщиков. Поэтому мне нужно работать. Ты что, Фатима? Обалдела! Канал МАФ благодарит всех, кто принял участие в его жизни донатом, лайком, уместным комментарием. Благодаря вашей активности у нас не пропадает желание творить. Всем всего доброго и не давайте себя одурачить.